О них Томск впервые услышал в 2004 году, когда компания «Газпром Трансгаз Томск» придумала и впервые провела уникальный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей под названием «Новые имена». «Ренессанс сибирской культуры» – именно так сказал о нем в те времена один очень серьезный государственный человек. И ведь попал в точку. В Томске тогда собрались 450 самородков со всей Западной Сибири. Это были сотрудники из филиалов компании, которые расположены на всей этой огромной территории. И, конечно, их дети. В течение трех дней эти коллективы, дуэты и солисты играли, пели, танцевали и показывали номера. В общем, демонстрировали все свои таланты. Для некоторых из них этот фестиваль стал тогда путевкой в творческую жизнь. Вот это мероприятие, оно очень радостное и очень такое живое. Я чувствую себя лет 15 назад последний раз такое мероприятие было в городе. На первом фестивале и зародилась совершенно уникальная атмосфера, в которую мечтали окунуться вновь все его участники. В 2006 году участников было уже более 600. В тот год они собрались во Дворце народного творчества «Авангард». Тогда же фестиваль впервые раздвинул свои границы. Теперь в нем принимали участие не только талантливые и жаждущие славы газовики, но и другие самодеятельные коллективы и артисты со всей Западной Сибири. Ходишь, адреналин подскакивает, особенно на этом фестивале. Замечательно вообще, у нас обычные эмоции выполняют. Одним из открытий фестиваля стал совсем юный джигит из села Александровское. Ему было тогда всего 3 года. В том же году проводились районные и поселковые отборочные туры фестиваля. Вокалист-самоучка Алексей Большаков из села Павлово Каргасокского района занял на них 1-е место и получил отличную возможность выйти на томскую сцену. Родная, родная, родная земля. Я очень рад, что такое вообще мероприятие случилось, что есть возможность, вот дает шансы жизни. Я его тут не упущу. А на новых именах в Томске Алексей вошел в тройку победителей. Что же до региона победителя, то им в 2006 году стала Кемеровская область. Именно тамошние коллективы и исполнители набрали наибольшее число баллов. Все 3 дня фестиваля все руководство компании «Газпром Трансгаз Томск» вместе с генеральным директором находились в зале и наслаждались. Мы работаем там где-то по 12, по 14 часов, все равно не хватает общения. Значит, и вот эта вот форма пообщаться, значит, посмотреть, посоревноваться творчески, да, значит, здесь на сцене. И вообще счастливый человек, а то, что наши коллективы такие прекрасные, значит, и сегодня им доказали то, что они могут практически все. Потом был зональный фестиваль «Факел» в Сургуте, который проводил уже большой «Газпром» и куда отправилась команда из 13 лучших коллективов «Томск-Трансгаза». И вот, наконец, в 2007 году главный конкурс «Факел» в Геленджике, где собралось 1500 человек из 27 дочерних обществ «Газпрома». И жюри очень серьезное – Юрий Энтин, Борис Грачевский, Александра Пахмутова. Но наши газовики и там не затерялись. Все 7 коллективов «Томск-Трансгаза» заняли призовые места. В 2008 году фестиваль «Новые имена» проводился в Томске уже в 3-й раз. Он стал еще более массовым. В нем приняло участие уже 800 человек. Расширилась и география. К Западной Сибири присоединился Иркутск. «Новые имена» — это, я не знаю, это гордость просто за то место, где работают мои родители. Есть где показать себя. Мы очень рады этому. Мешайте, дерзайте, стремитесь к новым успехам. В тот год на сцену выходили те, кто уже не раз был участником «Новых имен». К этим старым новым именам присоединились и пока что мало кому известные, но уже подающие большие надежды артисты.
История фестиваля «Новые имена» продолжается. Сегодня компания «Газпром Трансгаз Томск» открывает уже четвертый фестиваль. В нем будут принимать участие 1200 человек со всей Сибири и Дальнего Востока. Здравствуй, фестиваль! Здравствуйте, «Новые имена»! Сегодня праздник у города Томска, потому что действительно сегодня открытие фестиваля, и Томск становится культурной столицей на целых 4 дня. Решите наш фестиваль «Новые имена» считать открытым. В этом году в фестивале вновь принимают участие не только газовики, но и другие творческие коллективы и исполнители. Например, талантливая молодежь из Томска и даже Москвы. Номер, с которого начался фестиваль, в конкурсную программу не вошел. И, видимо, неспроста. Столь яркое выступление, в котором участвовало несколько десятков человек, наверняка сразу завоевало бы гран-при. Открыла программу первого дня фестиваля северчанка Алиса Зеленева. Патриотическая песня под названием «Край мой Сибирь» в исполнении юной певицы как нельзя лучше подходила для этого. Ведь именно сибирская компания «Газпром Трансгаз Томск» объединила всех, кто собрался в зале Дворца народного творчества «Авангард». О том, что ей выпадет столь почетная миссия – выйти на сцену первой, Алиса узнала буквально накануне, а поэтому очень волновалась. Ну, я думаю, что я хорошо выступила, потому что долго репетировала, как бы готовилась к этому дню очень долго, и надеюсь, что я спела хорошо и для судей. Те, кому еще только предстояло выйти на сцену, вовсю репетировали. Вот и томский ансамбль «Овация» умудряется повторять танцевальные па прямо в тесном коридоре. Девчата-танцовщицы мечтают только об одном. Победить! Кубок ждем! Победы! Удовольствие! Первый день фестиваля на сцене будут только дети. О том, кто из них удивил членов жюри, мы расскажем вам в нашем следующем дневнике фестиваля «Новые имена».